В Иванове открылась выставка молодых дизайнеров и архитекторов «Перспектива». Экспозиция представляет собой шорт-лист лучших дизайнерских проектов, представленных в этом году. На выставке можно увидеть 12 идей интерьеров и садового ландшафта. Это единая площадка, где они могут обменяться своими идеями, мыслями. В том числе, конечно, они получают какой-то импульс для творческого развития. Они могут сравнить свои работы, они могут показать себя с лучшей стороны. То есть я считаю, что это возможность проявить себя и возможность сказать о своих достижениях. Все проекты так или иначе отражают вкусы и пристрастия ивановцев. Ведь интерьер – это не только красиво оформленное пространство, но и отражение личности заказчика. Дизайнеры отмечают, что на сегодняшний день довольно трудно выделить направление интерьерного дизайна, пользующегося наибольшей популярностью. Каких-то конкретных направлений крайне редко получается выявить. То есть в основном всегда идут бывают и классические, бывают и какие-то в современных стилях, то есть и хай-тек, и всевозможные. Итоги конкурса «Название лучшего дизайнера года» подведут 28 сентября. Сама экспозиция будет открыта до конца следующего месяца. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.